Я не то чтобы эксперт, но мне кажется, дело в том, как ты ее спросишь. Я слишком нервничаю. Ладно, куда это поставить? Давай поставим сюда. Ага. Слушай, Пит. Да? Я как бы хотел обсудить с тобой то, о чем не могу сказать маме. Что такое? Ну, странные вещи творятся, ну, с моим телом. Ну, понимаешь, в твоем возрасте тело начинает меняться, и, может, ты заметил, что в некоторых местах... Нет, не это. Думаю, это лучше... Просто покажу, смотри. Не стой. Необычно, да? Не так уж и необычно. Так близко. Но я не отступлю. Я найду лекарство. Найду. Люблю тебя, сын.